В Охотском море возобновились поиски двух иностранных рыболовецких траулеров, предположительно с российским экипажем. Погодные условия в зоне проведения операции значительно улучшились. Утих ветер, высота волн всего 2 метра, а не 5, как накануне. Авиаразведку провел самолет МЧС. Поверхность воды осматривают и промысловые шхуны. Через несколько часов в район Северных Курил должно подойти спасательное судно «Сибирский». Накануне с воздуха были обследованы 1000 квадратных километров акватории, обнаружены несколько гидрокостюмов и 2 аварийных маяка, сигнал вот которых, вероятно, и был зафиксирован спасателями в воскресенье утром. Ни численность пропавших экипажей, ни личности моряков пока неизвестны.